Одной из самых серьезных проблем в Иркутской области является здравоохранение. У нас сокращаются больницы, поликлиники, медицинский персонал. При этом у младшего медицинского персонала заработная плата остается крайне низкой. Бюджет Иркутской области и полномочия губернатора позволяют этого не делать. Медицина должна быть доступной как в городе, так и в деревне. Кандидат в губернатора Иркутской области Сергей Левченко. Я услышу голос каждого.